вполне съедобный шашлык. Угу. Этого, однако, не скажешь об опыне. Да? Да? Как я заметил, вы каждый раз заказываете именно окуня. Чем это можно объяснить? А мы все-таки в открытом море. Вы правы. Вот мы уже второй раз за этим столом, а еще не познакомились. Виктор Веденеев. Никитин, к вашим услугам. Альбина. Очень приятно. Ну, а теперь представьте вашу половину. А почему вы решили, что я его половина? Ну, это видно невооруженным глазом. Вот как. Вы наблюдательны. Простите, как ваше имя? Наташа. Так вот, к вопросу о наблюдательности, Наташа. Ваше колечко обручальное. Оно что-то слишком блестит. Совсем новенькое. Еще не успела потускнеть от стирки и мытья посуды. Браво! Вы, молодожены, предлагаю тост за молодоженов. А я за Шерлока Холмса. Ну вот и познакомились. Ура! Москвичи. Москвичи. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Сразу в Москву. Опять угадали. Спасибо. А мы еще в Крым. Понедельник на работу. Да. Понедельник на работу. А вы на самом деле работаете с Шерлоком Холмсом? В какой-то мере. В общем, юрист, но не в этом дело. Если хотите, я могу вам дать несколько уроков дедукции, и вы тоже будете поражать каких-нибудь соседей за столом. Это совсем не сложно. Последний танец. Да. Правильно, пойдем потанцуем. Пойдем. Алло. Угу. Слушай, давай смоемся. Неудобно. Ничего, ничего. Ты по корме, а я через бар. Вперед. Они от нас не отстанут. Мы им нравимся. Что здесь особенного? Они хотят с нами дружить. А ты эгоистка. Я? Ага. Это плохо. Ну? Мне никто не нужен, кроме тебя. Да? Тогда давай их пошлем. Давай. По-моему, ушли. Слушай, ничего не получится. Они в нас влюблены. Мы, кажется, переоценили их чувства. Москву, Москву. Наташа, Наташ, все, приехали. Отпуск кончился. Наташ. Как уже? Нет-нет. Наташка, ну не спи. Сейчас будем дома, ляжешь по-человечески. Хорошо, хорошо. Я тебе говорю. Я посмотрю, ты гонщик. Ну что, обогнал? Обогнал? Ты сюда подойди. Сейчас тебе приз вручат. Ну иди! Скорую помощь вызвать надо! Ну что? Да позвонили. Собаку-то уберите. Пульс, правильно. Да тут не пульс, тут все. Финиш! Вы знаете, что? Она из кустов незаметно вышла. Ты хоть на людях сделай вид. В каком смысле? В каком смысле? Залил глаза, держись. Да держусь. Оно и видно, как ты держишься. В чем дело? Да не трезвый он, ноги не держат, идет, шатается. Кто шатается? А то ты не видишь, кто. Глупости, ваши глупости оставьте при себе. Шатается? Да не шатайся, что вы. Что с тобой? Что? Тебя правда шатает? Да. Вы, подойди сюда. Да ладно. Ну что тебе? Ну подойди сюда. Что? Да ладно. Ну что? Ну ты что? Отпусти. Отпусти. Молодец. Отпусти. Да, в трубочку. В трубочку подышишь. Я говорю, в трубочку поднесу, тогда это... А ты меня не надо. Отпусти. Болтаешь языком, пьяный. Да уберите же его. Уберите. Он не соображает ничего. Уберите. Отпусти. Отпусти. Теперь еще и по 206 получишь. Оставьте его. Руки не ломай. Что ж ты делаешь? Расслабьте руку. Руку расслабьте. Пожалуйста. Вы же не расслабили. Сейчас. Да-да. Понял. Передам. Передам, говорю. Хорошо. Ну что ж, Витя, в общем, все достаточно печально, но не так уж и страшно. Легкое стрясение, 2 перелома. Да? Вот хорошо. Товарищ капитан оказал любезность, позвонил. Вы можете идти. Кровь на анализ сдали? Да, сдал. Да. Уезжайте домой, успокойтесь, вас вызовут. Главное, что ничего страшного. Это ведь главное, правда, товарищ капитан? Молите Бога. Видишь, эстонцы приглашают на 4 дня. Ну что ты затеял на ночь глядя, Наташа? Сейчас. Так и остались с марта. Я ж тебя просил, неужели нельзя утром? Давай поужинаем нормально. Наташа. Наташа. Да ты что? Ну, что такое? Ну что ты? Наташа. Ну перестань. Ну не надо. Ну что такое? Ну, хватит. Ну что? Ничего страшного. Все могло быть хуже. Ну хватит. Ну перестань, Наташа. Ну что? Ну все. Все. Ну? Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди, тропинка в лесу. Здравствуйте, девушка. Примите передачу. Королева Анна Егоровна. Можно? Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Мне вас неудобно беспокоить из-за пустяка. Из-за какого пустяка? Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я на минутку. Ясно, вы все же присядьте. Дело в том, мне трудно вам об этом говорить, но ваша передача уже не нужна. Не нужна? Как это понять? Не нужна. Так. Вы сын? Мы сделали все, что в наших силах, даже больше. Ясно. Это возраст. Травма здесь ни при чем, хотя она тоже сыграла свою роль. Все когда-то теряют своих родителей. Да. Зайдите к главному врачу и ознакомьтесь с заключением. Сейчас. Вам нехорошо? Че, блин? Зина! Это на шатырь, ничего страшного. Я думаю, вам лучше прилечь. Не стесняйтесь. Ничего, спасибо. Нет уж, давайте приляжем. Давайте пойдемте. Хорошо. Виктор Андреевич, я хотел напомнить насчет публикации. Вы обещали еще до отпуска. Вы прочли ее? Да, прочел. Ну, что ты хочешь, чтобы я написал? Подскажи. Ну, какие-нибудь ваши мысли или… Ну, какие мысли? Подскажи. Тебе сколько лет? 30. 30. Слушай, все очень просто. Если ты решил халтурить, коллекционировать публикации, если в свои 30 лет решил махнуть на себя рукой, дело хозяйское. Я тут при чем? Почему у меня должны рождаться мысли? У тебя не рождаются, у меня должна рождаться. Виктор Андреевич, вас к городскому. Сейчас. Слушай, зайди к Семенцу, он напишет. Хорошо. Виктор Андреевич. Да. Это что, 17-е? 17-е. А сейчас. Алло? Привет. Все нормально. Не видел. Передал. Ну, как сказать? Ничего. Ну что, соседи, готовы? На. Спасибо. Ладно, часов 8. О, кого я вижу. Что ж не сказали соседи? Нехорошо, нехорошо скрывать свое начальство. Иди сюда, иди. Привет. Здорово. Ну, как отдохнул? Ничего. Наташа, как там поживает? Нормально. Виктор Андреевич, здравствуйте, как вы загорели. Спасибо, уж появляться, Маев, среди тружеников в таком виде. Ну как, Миша, пишешься? Виктор Андреевич, здравствуйте. С приездом. Спасибо. А вами начальство интересовалось. Да? Когда защита? Не знаю. Сигареты есть? Слушай, посмотри в портфеле. Вот, посмотрите. Тань, покажи. Слова. А по какому поводу? По-моему, насчет командировки. Ага. Ну что, ребятки, вот по 28-му не понимаю. О, нам подарки с юга. Молодец, не забывает нас. Благодарю вас, не хочу. Держи. С удовольствием. Ну что, соседи, опять не получается? Вот посмотрите по периметру. Спасибо. Витя, это ты, я не ошиблась? А, привет. Сколько лет, сколько зим. Здорово, Светка. Здорово. А что ты здесь делаешь? А ты? Да я на похороны. Кто-то близкий? Да, знакомый. А у меня тут мама похоронена. Я насчет памятника. Проблема. Ты не видел, тут такой в кепке и телогрейке не проходил? Кепки? Нет. Как твои дела? Ты же у нас талантливый ученый. Да вроде того. А где твои усы? Что, женился? Или пошел на повышение? И то, и другое. Смотри-ка. А кто твоя жена? Ее зовут Наташа. Я ее знаю? Да вряд ли. Че такой серьезный? Я ведь на похоронах. Ты наших видишь? Нет. А про Володю слышал? Про Володю? Да, слышал. У тебя новые друзья. Почему ты решил? Это же неизбежно. Ты как биолог должен знать. Обновляются клетки, обновляются люди. Жаль. Да? Вот он. Извини, ради бога. Извини. Пока. Послушайте. Подождите, пожалуйста. Подождите. Товарищ. Товарищ. Давай выпьем. Знаешь, за что? За упокой ее души. Чей? Ее. Королевой Анны Егоровны, которую я отправил на тот свет. Когда это случилось? Почему? Еще в ту ночь. Она даже не успела прочесть нашу записку и попробовать яблоки. Я не понимаю. Ты что же, выходит, знал? Угу. Что же ты молчал? Ну что же теперь будет? Не знаю. Суд? Ну да, суд. Ну ты с ума сошел, перестань есть. Ты понимаешь, что может быть? Это же все меняет вот с этой самой минуты. Какой минуты? Ну, я не знаю, ведь надо что-то делать, какие-то шаги. Это тюрьма. Ты понимаешь? Вам кофе? Да, кофе. Ну, что же делать? Не знаю. Ты говорил в институте? Нет, зачем? Ну, это же все летит к черту. Ты даешь себе в этом отчет? Давай выпьем. Нет, он с ума сошел. Ты с ума сошел! Что это я? А все ты. Выпьем. Поцелуй меня. Сейчас? Да. Немедленно. А, вот это Сухуми. Угу. Да, отдохнули мы все-таки неплохо. Ну, во всяком случае, с погодой нам повезло. Что правда, то правда. Все-таки вы молодцы, что позвонили. Конечно, молодцы. А что, Виктор, пока погода. Заведем мотор и махнем куда-нибудь в лес или на дачу. У вас дача-то есть? Да ну что вы. Впрочем, вы еще молодые. Ты какой наукой-то занимаешься? Биологией. Интересно. Мечтал в детстве. Да? Генная инженерия. Совсем здорово. Ну и как? Удается что-нибудь сконструировать? Какого-нибудь искусственного гения, а? Сейчас как раз молодые увлекаются дачами. И вообще все помолодело. Даже старость помолодела. Спасибо. Пожалуйста. А вы давно в юриспруденции? Да всю жизнь. И кто же вы? Спасибо. Был адвокатом, следователем, как вы правильно заметили, Шерлоком Холмсом. А теперь я прокурор. Кто вы? Что, не похоже? Да я никогда просто не видела прокурора. Ну, приходите. Вход свободный. Вы были когда-нибудь в суде? Да нет, Бог миловал. Ни разу? Да нет. Ну, а вот вам не страшно, когда вы... Ну, я не знаю, чем вы там занимаетесь. Поддерживаю обвинение? Да нет, не страшно. Я понимаю вас, Наташа, но знаете, преступники чаще всего плохие люди, честное слово. А те, кто от них страдает, большей частью хорошие. Вот мы с вами страдаем. А вот если, ну, как вам сказать, вот если... Вы хотите поговорить о моей профессии? Нет, не обязательно. Ну вот с моим приятелем, ну я вам говорил, он как раз съехал, ему прямо под колеса. Ой, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ну просто интересно, вот такой случай, человек просто сам под колеса. Водитель абсолютно не виноват, ничего не нарушал. Кто страдает? Ну, милый мой, такие вопросы на пальцах не решаются. Нарушал, не нарушал, есть масса всяких причин. Подробности, следствия, исправность машины, да, тысячи всяких вещей. А что вас так волнует? Посоветуйте вашему приятелю взять адвоката? Да нет, конечно. Простите мою назойливость, но это как несчастный случай. Водитель абсолютно трезвый, скорости не превышал. А что с потерпевшим? Умерла. Тут же? Нет, не тут же. Да. Опять масса сложных вопросов. Здесь все имеет значение. Зрение пострадавшего? Потерпевшего. Потерпевшего. Да, конечно. Если, как вы говорите, старушка шла не глядя. Именно не глядя. Из-за кустов. Такое впечатление, что она была слепая. Ну, об этом есть данные в поликлинике. Но это важный момент. Да, конечно. В общем-то, я не завидую вашему приятелю. Чай остыл. Подогреть? Спасибо. Нет, ну а почему пирожное никто не ест? Ну, пожалуйста. Да нет. Угу, спасибо. Да. Действительно, давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Жалко на это убивать время. За вас. Благодарю вас. А Игорь не сможет вам помочь. Должность у него такая, что он не может вмешиваться в дела, где знакомые. Это ведь вы, правда? С вами случилось? Ну вот, я так и подумала. Знаете что? Я вам дам телефон очень хорошего адвоката. Вы ему позвоните, это будет самое лучшее. А Игорь не сможет. Мы не рассчитывали. Мы ведь просто так пришли вспомнить наши хорошие деньки. Ну вот и прекрасно. Давайте пить чай. Пожалуйста, пирожное. Спасибо. Ой. Пожалуйста. Спасибо. Тебя уже вызывали? Нет. А что, должны вызвать? А как же? Должны. И могут что? Посадить? Не знаю. Альбина, поставь какую-нибудь музыку, что ли? Перед тем, как сойти с бордюра, она посмотрела в мою сторону, повернула голову, посмотрела и пошла. Посмотрела и пошла. Это все зафиксировано в протоколе. Я хочу заострить ваше внимание. Мне кажется, слишком важный момент. Безусловно, важный. Посмотрела, могла же видеть и не видела. Ну что ж, смотрела и не видела. Вполне возможно. Вы соглашаетесь, а сами, по-моему, исключаете такую возможность. Или просто недооцениваете. Слушайте, вам не кажется, что разговор идет в несколько одностороннем порядке? Кто кого допрашивает, вы или я? Вы правы, извините. И не надо так волноваться. Постараюсь, хотя в моем положении это естественно. Ну, наверное. Хорошо. Итак, продолжим. С какой скоростью вы все-таки ехали? С нормальной. Отвечайте, пожалуйста, подробно. Что значит нормальной? До 60? Да. Вы это категорически утверждаете? Категорически. Хорошо. Прочтите и распишитесь. Как я понимаю, на сегодня все. Почти. Теперь, что касается потерпевшей. Видела или не видела? Вполне возможно. Пожалуйста. Вполне возможно, что она не видела ваш автомобиль из-за слабого зрения, утраченного даже, может быть, в значительной степени. Но это пока не подтверждается. Мы делали запрос в поликлинику. Там нет никаких данных. Нет никаких? Нет. Но никто не собирается ставить на этом точку. Мы вызываем в качестве свидетелей родных, близких, тех, кто жил рядом. Угу. Ясно. Ясно. Спасибо. Но вы-то понимаете, что это как гром среди ясного неба. Несчастье. На меня свалилось несчастье. На мою голову. Но почему именно мою? Это же могло произойти с кем угодно, понимаете? С Сидоровым, с Петровым, с Ивановым. С вашим мужем, в конце концов. Моим мужем? Но ведь никто же не застрахован. Ой, что вы. Не дай бог. Он у меня тоже автомобилист. Мы тоже ездим. Вы говорите, на Азербайджане плавали? Нет, на России. А мы на Абхазии 2 года назад совершали круиз. Но, правда... Вот видите? Купались, загорали, катались на извозчиках в Батуми, строили какие-то планы, потом раз, в один момент все полетело, все в пропасть. Но если по-человечески, за что? Ну, подождите. Вы еще не в пропасти. Разве? Вы меня обнадеживаете. Ну, не знаю. Ну, хоть приятно, что меч именно в ваших руках. Какой меч? Который повис над моей головой. Дамоклов. Я могу идти? Минутку. Кобозев, войдите. Садитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, свидетель Кобозев. Как вы уже показывали, 26 апреля, примерно в 19 часов 10 минут, вы следовали по магистрали на автомашине марки «Волга». Миновав перекресток, вы, двигаясь вплотную к газону, нагнали автомобиль. Ну как нагнал? Мы же вроде раньше начали. Ну, вроде как состязание. Сначала я его, потом он. Надо сказать, культурно обошел. На светофоре подловил. Хорошо. А что вы можете сказать о скорости, двигавшейся впереди автомашины «Жигули»? Что сказать? Скорости особой не было. Да. Ну, где-то под 70, не больше. Угу. Значит, под 70. Примерно или точно? Точно. Я шел за ним вслед, думал, обойду. Смотрю на спидометр, 65, 70, да, 65, 70, точно. Ну, увлеклись вы. Слушайте, я не знаю, знать не хочу, чем там увлеклись, какими состязаниями. Меня обошли. Верно, я вас забыл. И, пожалуйста, говорите от своего имени. Увлеклись. Вы, Веденеев, сядьте и не перебивайте. И перестаньте курить. Здесь очная ставка, а не молодежное кафе. Извините. А в момент наезда тоже 65-70? Ну, а как же? Тоже. Я ж до самой последней минуты за ним, как тень. А когда он тормознул, я чуть в него не влетел. Еле вырулил. Так. У вас есть вопросы к свидетелю? Вопросов нет. Мне кажется, нужно проверить правильность спидометра «Волги». Ты свой проверь. Давай. Такая проверка уже произведена. Спидометр «Волги» абсолютно исправлен, так же, как и ваш тоже. Да? Да. Вы свободны, Кобозев. Прочтите и распишитесь. И вы, Веденеев, тоже. До свидания. До свидания. Я свободен? Минутку. Распишитесь вот здесь. Я расписался. Нет, не в протоколе. Ознакомьтесь, пожалуйста. Это подписка о невыезде. Что? Вот. Ну хорошо, идите. Расписался. Идите. Садись, подвезу. Вы слушаете? Позвоните минут через 10. Ей передать что-нибудь? Пожалуйста. Валера, тебе отзыв нужен? Нужен. Ну, за дня написал. Ну-ка, посмотри на меня. Что? Ничего. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, это квартира Анны Егоровны Королевой? Да. Можно к вам? Пожалуйста. Повесьте вот здесь. Еще гости пришли! Да проходите, проходите. Не на пороге же стоять. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот знакомые мамины. Вечер добрый. Милости просим. Садитесь. Садитесь. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, нет. Дело в том, что мы не знакомые, Анна Егоровна. А я думала, знакомые. Так, кто же вы тогда? Мы, ну как бы вам сказать, Это моя жена Наташа. Ну, я, в общем, ну, тот самый. Ну, водитель «Жигулей». Водитель «Жигулей»? Ну да, который сбил. Мы пришли, чтобы сказать вам, чтобы выразить наши чувства. Нам было очень легко переступить порог вашего дома, но мы сочли необходимым... Здрасте. Здравствуйте. Мы сомневались, идти или не идти. Мы знаем, что рана еще свежа, и любой другой человек на нашем месте... Ну, в общем, вы понимаете. Мы понимаем, что вы не можете испытывать к нам никаких добрых чувств. И все же нам казалось, что будет лучше, если мы вот так вместе с вами попытаемся разрешить создавшуюся ситуацию. Ситуацию? Да, ситуацию. Но я не вижу никакой ситуации. Был человек, и его не стало. Вот и вся ситуация. Ну, не все так просто. Вы, наверное, знаете, что сейчас ведется следствие, и еще не все вопросы ясны. Не все вопросы? Да, не все. А какие не ясны, например? Ну, это связано с личностью Анны Егоровны. Вот как? Интересно. Вы знаете, очень трудно разговаривать. Поймите нас. Но речь идет прежде всего об установлении истины. И вы должны правильно нас понять. Есть вопросы, на которые никто не может ответить, кроме вас, знавших ее. Ну-ка, ну-ка. Как у нее было со зрением? Понял. Вас интересует зрение. То есть, не была ли она слепая? Нет, не была. Ну, никто не говорит о полной слепоте. А я-то думаю, куда они клонят эти наши гости? А ну вон оно что. Не была она слепой. Устраивает вас? Ну, конечно, не устраивает. Слепая им нужна, не понял, что ли? Простите, мы пришли сюда не для того, чтобы спорить или выслушать ваши упреки. Хотя, впрочем, я готов выслушать все, что заслужил с вашей стороны. Пожалуйста, если нужно. Ну, братцы, нервы у вас стальные. Из чего вы делаете такой вывод? Ну, а как же? Убили человека. И идете узнавать, какое у него было зрение. Еще, может быть, надеетесь как-нибудь выкрутиться с нашей помощью. Так, что ли? Я не убивал. И не собираюсь выкручиваться. А зачем вы пришли? С какой, собственно, целью? Не надо. Пойдем. Пойдем, пойдем. Иди туда. А вообще, что и говорить. Зрение-то у нее плохое было. Она на улицу-то не любила выходить. Прям как чувствовала. Чувствовала. Что сидит на своих «Жигулях» вот этот роскошный молодой человек, который в один прекрасный день, видите ли, не сумеет затормозить вовремя. Мало ли шастает по улицам старушек, тем более с плохим зрением. Сами так и лезут к нему под колеса. У вас есть машина? Есть. У нас машина. Хорошая, большая. «Черный ворон» называется. Не ездил никогда? Вы очень агрессивный. Да? Может быть. Я твоего мужа посажу, можешь не сомневаться. Это за что же? А за то, что разъездились больно. Теперь ножками походишь. Ты это зря, Виктор. Видишь, человек волнуется. Ну за что ты его так-то уж? А за то, что у меня Жигули. Нет, не за то. А за то, что вы не умеете управлять машиной, за то, что вы лишили человека жизни, а теперь вот пришли и выкручиваетесь. Да он выкрутится, что ты. Выкрутишься, не беспокойся. Только сюда больше не ходи, здесь тебе ничего не обломится. А то еще влипнешь в историю за попытку оказать давление. Видишь, сколько у нас тут свидетелей? Вижу. Ну, видишь, так и катись отсюда. Катись, катись. До свидания. До свидания. Ну что? Поедемте отсюда. Это вы правы. Ну, я слушаю вас. Какие новости? Никаких новостей. Ну, это уже новость. Судя по всему, они вас не очень гостеприимно приняли. Это вполне естественно, я вас предупреждал. Ну, а по существу. Мне, как адвокату, необходимо знать, пользовалась ли она очками. Мне нужны ее очки именно сейчас, на стадии обвинительного заключения. Нет очков. Не может быть. Очки для чтения, очки для улицы. Ну, хоть какое-нибудь стеклышко. Это ваш единственный шанс. Я понимаю. Что они говорили? Ничего не говорили. Ну, странно. Вас куда отвезти? Нет, мы сойдем. Спасибо. Звоните. Мы разве не поедем домой? Нет. Счастливо. Ну что, куда мы? Домой. Ты что, закурил? Хорошо. Что ты намерен делать дальше? Мне страшно, Витя. Да ты что? Да что ты? Мне вдруг сейчас стало страшно. Мы лежим здесь. Ты со мной. Но ты уже не со мной. Ты бросил меня и бежишь. Да что за... Один без меня. Это побег. Да что за глупости? Глупости, правда? Конечно. Спи. Хорошо. Закрой глаза и спи. Ты тоже спи? Угу. Погоди-ка, погоди. Маруся, это я, извини. Тут один товарищ тебя спрашивает. Говорит по срочному делу. Витя! Витя! Здравствуй. 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 Ну, покажись. Как ты отдохнул? Чего? Павел, ты покормил его? Я не голоден. Я предлагал. Ну, что вам? Ну, а как вы встретились? А я позвонил Павлу Дмитриевичу на работу. А я тебя совсем не ждала. Да? Куда? Куда ты хочешь ехать? Мама, я еду надолго. Ну, в общем, считай, что за границу. Я даже не знаю, как часто тебе смогу писать. Ну, в общем, я хочу, чтобы ты была готова. Я понимаю. Ты человек семейный, ну что ж я могу тебе сказать? Только когда была Аня, может быть, она не была так хороша, но ты не рвался зарабатывать деньги. Дело не в деньгах, мам. Как тебе сказать, это поездка другого рода. Там много не заработаешь. Ну, в общем, ты со временем все узнаешь. Я не хочу вникать в твои дела, но ты изменился, Витя. Ты не так часто здесь бываешь, и нам это с Павлом Дмитриевичем видно. Наверное, рано стал взрослым, вот что я думаю. Может, было бы лучше, если бы те твои успехи пришли к тебе позже. Лет через 50. Все в порядке, мама. Все в порядке. И Наташа. Ты ее мало знаешь, но она не из тех жен, которые торопят. Да я и тебя-то мало знаю. Ты не спрашиваешь, где я был? Я никогда не спрашиваю, если ты мог заметить. Угу. Я ездил к матери. Я так и подумала. Слушай, я, наверное, отложу защиту. Это она советует, мама. При чем тут мама? Я сам так думаю. Я смотрю, тебя так и тянет к тюремной решетке. Ну, а как ты думаешь? Должен же я расплачиваться? Или не должен? Расплачиваться? За что? За смерть человека. Он куда тебя потянуло? Ну, а в самом деле, какая она там ни была, хромая, слепая, она все-таки жила, верно? Верно. И теперь ты в жертву хочешь принести свою жизнь, а заодно и мою. Почему твою? Это правильно. Меня ты в расчет не берешь. Наташа, да ты что? Ну ладно, давай чай пить. Наверное, уже весь выкипел. Витя, есть одна новость, которая все меняет. Еще одна. У нас будет ребенок. Повтори. У нас будет ребенок. Когда? Не знаю, можно посчитать. Наташа, а чё мы пешком? Давай лифт пригоним. Ну что ты, дурачок, мы уже пришли. А, да. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Это мы. А в квартире нет никого, я и Жека жду. Проходите. Заходи. Да нет. Это вы правильно сделали, что пришли. Тем более теперь, в таком положении. Да. Все дороги ведут к вам. Да, конечно. Тогда у нас неловко-то получилось. Но вы нас тоже поймите. А вот это она и есть. Наша Анна Егоровна. Какое хорошее лицо, правда? Это что? Я вам сейчас другие фотографии покажу. Вот видите, это она с отцом. А это вот она сестра милосердия. Это она? Да. В серединочке там. А это она с подругой. Это перед войной? Да, с подругой. Подари ему. Что? Зажигалку? Зачем она? Подари, подари. Ты думаешь? Да. Это же Ронсон. Ничего, переживешь. Зина, вы-то нас понимаете. Вы понимаете, почему мы вынуждены обратиться к вам, к родственникам Анны Егоровны? Ну вот и вы подтвердили, что она плохо видела, носила очки. Правильно, подтвердили? Да, да. Вот, но, к сожалению, в поликлинике это никак не зарегистрировано. И вот если могли помочь следствию, все это повторили бы на суде. На суде? Да, на суде. Зиночка, ну вы поймите меня, просто как женщина женщину. Ой, да я-то понимаю, конечно. Что же вы думаете? Это же совсем нехорошо получается. Ну, ребеночек-то при чем тут? Ох, если бы вы тогда вот сразу признали, что вы в положении. Ой, даже не знаю, чем вам помочь. А может, вам с Костиком переговорить? У меня адрес его есть. С Костиком? А вы думаете, имеет смысл? Ну, он как-то ближе всех к ней был. Чуть что она сразу: Костик, Костик. Так я пойду сейчас, принесу адрес. Спасибо вам, Зиночка. Угу. Вы очень добрые. И мы вас не забудем, нет. И я надеюсь, что вы придете к нам вместе с вашим мальчиком. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы Константин Михайлович Королев? Да. Моя фамилия Веденеев. Мы вам... Да что я? Не понимаю. У нее же правый совсем мертвый был. Боком все поворачивалось, как курочка. Левым смотрит, да и то едва-едва. Ты бачки ее нацепил. Страшное дело. Я раз попробовал, сам чуть не ослеп. За вас. За вас, ваше здоровье. Вить, так дело не пойдет. Что? Ты в рюмке оставляешь. Вить. Все. За вас. А чем мы, собственно, не танцуем? Ведь могу я пригласить твою супругу? Имею право. Ну, конечно, о чем разговор? Ну, безусловно. Потом. Поешьте сейчас что-нибудь. Вот давайте я вам салатику положу. Тогда рыбку возьмите. Ну, давай, пожалуйста. Константин Михайлович, а вы ничего не едите? Я? Я ем. Это вы все смотрите. Мы. Ну, конечно. Мы едим. Будьте любезны, еще одну. Хорошо. Это я лопну. Съем вот сейчас все и лопну. Ну, Константин Михайлович. Поете, кормите. А я возьму и все наоборот. А? То есть? Ну, это на вас не похоже, Константин Михайлович. Знаете. Похоже, не похоже. Никаких там очков. Зрение единица. Ну и что? И придется тебе, Витенька, в мерзлоту вгрызаться. Киркой размахался, не остановишь. Порвалит, сосульки соленые висят. Красота. Шутка. Шутка. Что, испугался? Он лицо-то как вытянулось. А ты не бойся, Витя, не бойся. Сделаем. А в чем речь? Если бы мою половину сюда пригласить, не возражаете? Ну что вы, конечно. Ну, конечно, на чем еще? А то придешь домой, с кем был, где был. А тут вроде случай подходящий. Сейчас позвоним. Только так, ты своим голосом. Ну так культурнее будет. Ну ты сам. Ну ради бога. Где копички? На, сходи. Вит, ты куда? Куда? А телефон? (261-35-34). 261-35-34-61. Что же? Белый танец? Молодец. Что с тобой? Это здорово придумала. Че смеешься? Тебе не вредно танцевать? Да ты не ревнуй, тяха. Ты не ревнуй? Нет, я спросил, тебе это не вредно? Что? Ну, прыгать. Не вредно в твоем положении? В общем-то, нет. Вот это дело. Ну давай, Костик. Давай. Идёк. Сейчас. Все, все. Ты уже лег? Кошмар какой-то. Я думаю, прости меня, но лучше, если бы тебя посадили. Так было бы лучше для нас обоих. Это да. Ай, тебе нужно показаться врачу, а то еще родится ребенок с недостатками. Какой-нибудь симулянт. Ты что? Ничего. Иди спи. Погаси свет. У тебя есть повод меня ненавидеть, допустим. Ну скажи, ну как я могла тебя еще расшевелить? Ну я придумала ребенка, это стыдно, я знаю. Ну надо же как-то выйти из этого дохлого состояния. Ну ты что, решил садиться в тюрьму, да? Ну скажи ты что-нибудь, ну не молчи. Что хорошо? Я так тебя люблю. Так люблю тебя, дурачок. Это же все из-за тебя. Не лежи как каменная, обними меня. Нет, не так. Спи, спи. Спи. спрошу. Но... Не обещаю, я человек суеверный. Но я буду рассчитывать. Рассчитывайте, вместе будем рассчитывать. Заждались? Ничего. Вы мне обещали в 4 часа, но я пришел раньше. В 4 обещал, в 4 встретимся. У меня есть серьезные новости для вас, вы знаете? Вы меня не слушаете. Да-да, я слушаю. У меня просто что ни день, то новости. К делу приобщены очки потерпевшей. Что? Я говорю, очки потерпевшей. Это конкретно то, что говорит об ее зрении. Идемте. Вы меня поняли? Да. Садитесь. Не вижу реакции на вашем лице. Есть реакция. Куда вас отвезти? Прямо, пожалуйста, на Киевский вокзал. Угу. Отец был шофером, умер в 50-м, ранен был тяжело. Ну, а дед? Ну, дед кубанский казак, атаман, жуткое дело, шрам через все лицо. Да, интересно. Ну что ж, Виктор, я рад, что вы ко мне заехали. Еще раз поздравляю, диссертация ваша замечательная. Спасибо, Андрей Васильевич. Будем ее двигать, печатать и все такое прочее. Спасибо. Есть у вас, правда, там дурацкие выражения. Я подчеркнул, посмотрите и исправьте. Хорошо. Между прочим, умных людей гораздо меньше, чем мы себе представляем. А независимых и смелых тем более. Ну, а теперь все. Сейчас моя внучка Катя напоит вас чаем, поезжайте с Богом и дайте мне отдохнуть. Катя! Андрей Васильевич, я бы вас хотел попросить отложить мою защиту. Отложить? Почему? Случилось что-нибудь? Случилось. Я собираюсь в тюрьму. Что за бред? Действительно бред. Я совершил наезд, женщина умерла, бабушка умерла, я превысил скорость, меня судят. Ну, в общем. Ну, надо же что-то предпринять. Ведь что-то делается в таких случаях. Все делали. Что делается в этих случаях? Ну, и что? Я, конечно, понимаю, дело серьезное, но не садиться же в самом деле. Это же смешно и грустно. Смешно и грустно. Вот так все сложилось. Все сложилось. И мне кажется, не надо от этого бежать. Лучше не бежать. Что за бред? Вы что, устали, Виктор? Что с вами? Устал. Вы что же? Всерьез собираетесь в тюрьму. Ну, может быть, я для вас должен что-то сделать? Вы скажите? Нет. Нет. Смотрите, какой отчаянный. Это прямо ваш казачий атаман вас заговорил. Да вот разве что. И надолго вы собираетесь? Не знаю. Думаю, что нет. Не очень. Мне нечего вам сказать, Виктор. И все же я желаю вам... Спасибо. А это кто играет, вы? Это моя внучка, Катя. А нельзя ее сюда, вашу внучку Катю? Зачем? Вы что, хотите поиграть? Ну, если не возражаете, вместо чая. Пожалуйста. Катя! Наташка, не надо столько всего. О, хорошо. Ну, много всего, Наташка. Это же носовые платки. Или ты считаешь, они тебе там не нужны? Давай, давай. Я старые положу. Давай старые. А это еще зачем? Кальсоны. Ты где их выкопала? Ну, это ж твои. Да я их в жизни никогда не носил. Но это не пойдет. Рубашка? Слишком пестрая. Я и в отпуске носил. Ведь, ну, не все пестрые. Наташка, может быть, свитер? Это какой? Старый с оленями? Ну, с оленями, наверное, не надо. А впрочем, может, с оленями как раз к месту. Ты что веселишься? У тебя что, действительно гора с плеч? Королевой были нарушены статьи 16, 18 и 20 правил дорожного движения, в связи с чем ею была создана аварийная обстановка. Подсудимый Веденеев ехал со скоростью 65 км в час, то есть превысил установленную статьей 74 правил дорожного движения скорость. Однако в судебном заседании эксперт пришел к выводу о том, что если бы Веденеев ехал со скоростью даже менее 60 км в час, он все равно не имел бы технической возможности предотвратить наезд на гражданку Королеву, в связи с чем суд не находит причинной связи между его действиями и наступившими тяжелыми последствиями, а потому суд считает Веденеева невиновным в инкриминируемом ему деянии. На основании изложенного и руководствуясь статьей 303 и 316 УПК РСФСР, суд приговорил Веденеева Виктора Андреевича по статье 211 части 2 УК РСФСР оправдать за отсутствием состава преступления. Приговор может быть обжалован в течение 7 суток. Алло, это Андрей Васильевич? Здравствуйте, это Наташа Веденеева говорит. Нет, все хорошо. Да, все в порядке. А? Нет, все остается в силе. Защита и все остальное. Да. 21-го 14:30. 4:30. А? 4:30. Ой, простите, Андрей Васильевич, 4:30. Да, он стоит рядом со мной. Сейчас дам ему трубочку. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Все в порядке. Хорошо. Исправление, как обещал, сделаю. А? Типографию? Ладно. Да нет, нет, все хорошо. Ладно. Андрей Васильевич, ну до свидания. Хорошо. До встречи.